Хоу-хоу-хоу, здравствуй, дорогой мой, здравствуй. Вот и наступил седьмой день новогодних праздничков. Осталось у тебя совсем немного времени для отдыха, но я надеюсь, что ты уже успел набраться силёнок на весь будущий год. А сейчас мы с тобой продолжим наше путешествие. Дед Мороз хотел апнуть нашего внучонку Тозиротула. И именно этим мы и займемся. Остается совсем немножко. Остается совсем немножко. Буквально 3 победки. А видео у нас сколько осталось? Вот сегодняшнее видео. Значит, завтрашнее, послезавтра 4. Это так можно Зиротулу-то еще и не только до золота-то вытянуть, так еще и немножечко апнуть его. Это хорошо. Это хорошо. Ну и да. С тобой мы уже поиграли на разных героях. Осталось поиграть на тех, на которых совсем не играли. Например, на Сильване. Ветрокрылой-то нашей. Эльфиечки. Эльфиечки, которые мне игрушки помогают собирать. Вы же знали, что Дедушке Морозу помогают эльфы всякие? Хо-хо-хо, зоморские. Я, так сказать, со своим коллегой созвонился с Санта-Клаусом. Попросил у него рабочей силы немножко. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, небесный храм. Не я баню, ну и хорошо. Ну и хорошо. Значит, смотри. На Малфорене мы с тобой играли. Играли. Побеждали. На Нозиба мы играли. Не помню, дедушка, побеждали или не побеждали, но да не важно. На Джайне играли. Даже МВП взяли. На Валле играли. Уже 3 раза хватит на ней играть. Поэтому наша с тобой задача сегодня, а у нас, кстати, первый пик. Наша с тобой задача сегодня взять либо Молтоэля, либо Корозима, либо Регара, либо Сильванушку. Вот то совсем ведь не поиграем на них в праздничные-то дни, ежели сейчас не возьму. И что-то как-то тихо все у меня тут. Что-то как-то тихо. Давай-ка прибавим звук Тозиротулу, а то что-то... Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка, забанят ли они Регарушку-то? А то, может, редкий случай, когда мы успеем Регару взять. В новогоднем-то скинце нашего Регара. Чувачок вон Моралес хочет забрать. Интересненько. Зиротула забанил. Ой, ты ж сладкий мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а теперь давай посмотрим дедушка. Не помнит он совсем. А как тут играть-то на этом вашем Регаре? Так, здоровье в объеме от урона, который наносит героям наложенный на него щит молнии. Так, вот это тем. Если цепное исцеление действует на героя, которого... Ну, дополнительно все равно. Вот это вот возьмем, пожалуй. Так, это вот хороший талантик. Тут отхил возьмем. Так, цель щитом применяет цепное исцеление. Раз в 2 секунды тотем оков земли применяет то-то-то-то. Без прибавок талантов. То-то-то-то-то. 35 от обычного. Сокращает время восстановления цепного исцеления. За каждого исцеленного героя и снижает затраты на применение. Значит, время восстановления кьюшечки. А сколько кьюшек-то у нас? Ой, 8 секунд, слушай. А тут щиточком. Нет, щиточек больно хороший. Так, урон и время действия щита. Начальное замедление, атаки, это все хорошечно. Так, увеличивает урон от атак, повышает силу способностей для каждого своего. Но, в принципе, все получается. Я только вот тут талантик-то поменял от того, что Зиротул берет обычно. Однако. Ну, значит, и поиграем так. Давайте, ребятки, ребятишки. Собирайтесь в каточку быстрее. A great destiny. Ну и даже сетапчик у нас какой-то интересный получается. В принципе, у нас хватит дамага.
Асмодан заходит на эту карту. О. Интересненько. А у них-то вот не Иллидан ли случаем, раз они Оботуру-то берут. Непонятненько. Сейчас раз и Иллидан. Или Трейсер. Недаром же они Варриона-то взяли. Чтобы таунта не было, наверное, у врагов. Да? Ну давай, давай. Ну трейсер ты возьмешь. Или Даниуса этого. Опаньки. Тихоньки, да хахоньки. Это Варриан в два меча, что ли, получается? Так это у вас проблемки тогда, дорогие мои, дорогие. Ой, дедушка-то Мороз-то не простит вам такого пику. И вправду, это не Варриана в два меча решили взять. Хо-хо. Однако. Однако, однако. Погнали, дорогие мои, дорогие. Надо нам Котули выигрывать. До Зератула апать. Так. На новогоднем-то моем олене сейчас поиграем. Смотри, какой красивый. Вот на таких вот оленях и ездит дедушка. Оп. Ты посмотри на него. Весь нарядный, весь красивый. С новогодней вон граффити этой вашей новомодной. Ох. Красота, красота. А в мои вот времена в этой игре не было никаких ни граффити, ни скинов красивых. Но мы все равно играли и любили эту игру. Ибо в сердечке она у нас была. Ладненько, погнали. Но топ. Хотя команда моя что-то поделилась. А кто-то пошел на топ, а кто-то не пошел. Так, 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 так. Опаньки, хихоньки, да хахоньки. Вот так. Давай, 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 давай. Всех там атакуй, атакуй, атакуй. Тотемчик. Вот хил. Молодцы, молодцы, хорошие мои. Так, у нашей валы шо? Гомбит. Нельзя валу в обиду давать. Вала у нас теперь очень-очень под защиткой должна быть. Ой, а что это? Свят, свят, свят. Это что, Зератул играл? И вот эти свои чаты не выключил. Ну-ка, обожди. Мы такое не любим. Дедушка чаты эти ваши не читает, в отличие от Зератула. Опаньки. Тихоньки, да хахоньки. Так, собираем. И вниз убегаем. Я думаю, можно даже кемпосик какой-нибудь отжать. Вот этот вот, например. Вот этот вот кемпосик, например. Так, нахуй тебе, родненькая. Заберем сейчас этот кемпосик. Да вниз пойдем. Оп! Дратути. Слухай. А может на наглости дедушка будет сейчас тут работать? Да ну-ка давай-ка попробуем. Давай-ка попробует дедушка на наглости и вправду. Кажись, меня не замечают. А дедушку-то тихоря кемпосик-то заберет, заберет. Вот и погнали. Так, так, так. Опоньки, хихоньки, да хахоньки. Что-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не заметила вражеская эта команда, что у них там осадочка-то пушит. Вон Гул'данчик только сейчас сообразил. Это хорошо. Здравствуй, девонька моя. Здравствуй, родненькая. Так, тебе мы делаем вот так. Здесь вот мы сейчас поставим вот так. И пусть попробует выползти к нам. Так, тут вот Газлику помочь нужно нашему внучонку. Чтобы он победил там эту корову не новогоднюю совсем. Так, 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 так. Так, чувствуется, мне тотемчик пора ставить. Так, так, так.
Идем помогаем. Оп. Так, тебя замедляем. Опаньки. Опаньки. Ой, хорошечно. Еще выжить осталось только, правда. Ой, дедушку-то забрал. Злодей этот из Альянса. Ладненько. Но зато Моралес мы ушатали и точку забираем. И снизу форт уже снесли. Ой, как хорошо-то все у дедушки. Ой-ой-ой-ой. Все бы каточки такие у Зиротула были в новом-то году. Ой, и вала-то какая у нас хорошая. Не дохнет, да фражики делает. Это хорошо. Так, идем. Рысью бежим, рысью. Ну или в нашем случае быстренько ланью. Так, 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 так. Здравствуй, сладкий мой. Хорошо ли вел ли ты себя, а? В уходящем-то 2021-то году. Ой, золото, давай ты не будешь лишний раз. Лишний раз гомбит свой терять. Так. Немножечко подхилили. Теперь надо мид снести, я думаю. Газлик там и сам справится. Опа. Здравствуйте. Так, так, так. О, за Гул'данчиком идем мы все. Ой, ты мой сладкий. Шо ж ты такой неосторожный? То тут тебя вся команда наша гангать пришла. Нужно ж было уйти пораньше. Так, 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 так. Я думал, мне помогут. А они и вправду помогают. Окей, все хорошечно. Оп. Отходим. Исцеление предков берем. А, пожалуй, мы не будем совсем отходить. А где там моя команда-то? Кемпосики. Забирала. Это хорошечно. Оп. Вот так вот делаем. Тебя замедляем. Оп. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Собираем, все собираем. Я думаю, можно и хорду их забрать. Не, не будем? Ну, ладненько. Не решились, а мои внучатки хорду забирать. Ну-ка, ты тут куда пришел, я не понял. Так. Так, замедляем тебя. Делаем кусь оленей. Ну и все, собственно. Так, делаем вот так. Тут всех, кого можем, хилим. Ты посмотри, как мы вообще без шансов для врагов. Это ж надо было мне сразу дедушке Регарату брать. Тут вон, видишь, 100% вин почему-то. Сделал кусь дедушка. Злодею этому, ольянсовскому. Ой-о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 й. Так-так-так. Бежим-ка, пожалуй, вниз. Хотя там внизу уже и разобрались, а все. Ой, непонятно. Ну ладно, давай тут постоим, вот Осмоданиусу поможем. Сферочки подбираем, а то совсем нету маны ни у кого из нас. Так. Так, куда бежим дальше? Но с такими успехами можно и босса взять, даже если они все живы. Оп. Так, 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 готовый. Весь готовый. Приключениям, ну-ка. Ох ты ж ё. Так, не трогай мою. Вот, это я тебе сейчас кусь-то сделаю. Ты подожди, подожди-ка. Вот так. Да даже ульту-то свою юзать не нужно. Ох, и так разбираемся мы. Оп, на тебе кусь. Ты посмотри-ка, а Гул'дан-то у них вон там фигнёй страдает. Пушить пытается. Ой-ой-ой-ой.
И ульту-то всего один раз заюзал. И то можно было и не юзать. Какой же сильный Рэгар, однако. А сколько урония у меня? Ну так, немножко. Оно хилил сколько? В два раза больше Ботура, но это такой себе соперник, конечно. Ладненько, но пахнет, ребята, очень-очень легкой победкой. Меня это радует дедушку, конечно. Так. Видать, и вправду переапан этот ваш Рэгар. Но дело-то, конечно, в этой катке было не в Рэгаре, дело-то было. Так, нако тебе замедленница, мой сладкий. Дело-то было в том, что тут противники попались какие-то. Как обычно, тиммейты попадаются Zero Tool. Хо-хо-хо-хо. Так, ну-ка тебе подхил. Ой, щиточек. Эх, не успел щиточек. Гомбит потеряла девочка. Но что-то мне подсказывает, что тут уже не важно. Ведь уже победка. Так, оп, тебе щиточек. Подходим. А то больно бьет. Супостат такой. Оп, тебе кусь. Ой, отходим, отходим. Ой, зажали. Но там уже победка, правду. А что-то у нас... А, Осмодан просто пушил. Ну и ладно. Не критично. Подумаешь, под самый конец отъехал. Красиво, ребятки, красиво. Быстро. За сколько уложили? Ой, за 15 минуток уложились. А тут за 10. Вот это понимает дедушка. Вот это настоящие команды. Вот желает вам дедушка... Всем, всем, всем в новом 2022 году вот такие команды, которые всех ушатают, тебе помогут, в обиду не дадут, врагов всех развалят. Вот такие команды, это хорошие команды, Амародину лайк. Так. Близится наша цель с тобою. Того гляди, и вправду вытащим Zero Tool из серебришки-то. В общем, вот такая вот котуля, да вот такие вот таланты. Еще на одном персонаже поиграли. Это хорошечно. Остается у нас не сыгранными кто? Дорогой мой дорогой, сейчас скажу тебе я. Каразимушка, Сильванушка да Малтаэлюшка. Вот на Сильванушке-то точно сыграть надо, а на двух других-то как получится. Как получится. Ну что же, ребятушки, видео к концу подходит. Лайки ставьте, комментарии пишите. Ну и, конечно же, желаю вам в новом году тиммейтов хороших. Да и отдыхайте, пока остались тут 3 денечка. Но помните, что совсем скоро наработку уже. Ладненько, давайте, пока-пока.